Старый дед говорил мне: помни, что были в жизни людей годы, когда вот так убежали такие, как я. 18 годков войны, их души были прочнее стали. Они в боях за Россию пали, их память вечно хранит обелиском гранит. Сколько лет прошло с той весны, когда не стало войны в моей огромной стране. Сколько лет промчалось с тех пор, и только вечный костер не говорит. Спасибо.